Мы продолжаем наш проект «Шаги от вечности». Фильм «Где ты, Адам?». По следам съемок фильма «Где ты, Адам?». «Движение вверх», как называется прекраснейший фильм про советских баскетболистов. Мы тоже сейчас двигаемся вверх. Вот по такой тропе. Такие вот здесь дубки растут. Маленькие. Должен вам сказать, что съемка занимает очень много времени при поднятии на вершину. Когда мы идем группой, то до 1500 чуть ли не на целый час я стою, если что-то снимаю. Остановиться, взять телефон или фотоаппарат, настроиться, снять, положить обратно. Это все 3-5 минут. Каждый раз через 20 раз превращается в целый час. И сбивается ритм. Это второй минус. И в этом плане нужно чем-то жертвовать. Так, конечно, если ритм не сбивать, то вы себе идете тихонечко. Вот известнейшее место в фильме «Где ты, Адам?». Оно там зимнее, в снегу. И, конечно, мой путь сейчас никак не сравнить с тем путем, который прошел наш оператор Александр Запорощенко в тех сложных зимних условиях. Двигаемся дальше. Ускоряемся. Шучу. Конечно же, кто бы вам чего не говорил, но желательно пользоваться вот таким снаряжением. Это намного облегчает ситуацию, особенно для людей, скажем так, пожилого возраста. В любом случае, при любых обстоятельствах, это хорошая вещь для данной ситуации.